Здравствуйте, друзья. Меня зовут Максим. Вы смотрите канал The Quiz. Мы с женой только что приехали из нашей поездки в Колорадо, где встретили Новый год. Хотим всех поздравить с наступающим или уже прошедшим Рождеством, наступающим Старым Новым годом. Хотим пожелать всего самого наилучшего зрителям и подписчикам нашего канала, чтобы в этом году у вас все было хорошо в ваших семьях, был достаток, никто не болел, и все ваши мечты осуществились. В Колорадо мы провели, я считаю, что самое замечательное наше время. Мы еще бы там хотели съездить туда. Да, мы там считаем, что это был один из лучших наших новых годов, да, которые мы встречали. И ребенку понравилось тоже. Мы снимали дом вместе с друзьями, которые там живут в Денвере. Мы поселились в городке Болдер, сняли очень много фото-видеоматериалов. И сейчас, по возможности, мы сядем за монтаж и постараемся всех порадовать. Кое-что я уже стал выкладывать на своей страничке в Фейсбуке, вот. Ну, а такие уже основные видео я сейчас буду выкладывать на свой основной канал. Так что канал The Quiz возвращается к нормальной работе в 2016 году, и я думаю, что в ближайшие дни на моем основном канале появится много-много хороших видео. Еще, дорогие уважаемые зрители, я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас было обязательно здоровье, потому что будет здоровье, у вас будет все. Не будет здоровья, не будет ничего. Верьте в себя, любите себя, цените себя, уважайте себя и лелейте себя. Это много сказал. Я тебя люблю. Я тоже тебя. Ребят, хорошего вам всем вечера и праздников. Счастливо.